Всем здрасте. Поздравляю всех с наступившим 2021. 2 января. Мы, естественно, где? В лесу. Не усидели. Тоска. Чего сидеть дома-то? Поперлись. Далеко, конечно, мы забегать не будем, никуда залезать, потому что смысла никакого нет. Время 10. Сумерки еще. Прям вот сумерки. И сейчас после 3 уже стемнеет. Поэтому будем пользоваться, чем можем. Земля копается, но хреновато. Вот сейчас здесь Люба уже пробку одну достала. Ну, здесь на углу всегда, где мы заходим. Куда мы дойдем? Идем также вдоль старой дороги по вот этим ельникам, где снега поменьше. И проверяем это все дело. Вот, сейчас покажу. Зайчик тут бегал. Оп. Сейчас. Вот они. Следы. Что-то здесь развлекался он. Вот, ладно, сейчас вдоль дороги пойдем, посмотрим, что там будет. Такой вот замечательный лес. Вот так мы копаем черные странные сигналы. В шалаше. Почти что. Где деревьев нет, там нас еще замерзшие от ледяного дождя. Достаточно глубокий. Вот. Под деревьями более-менее. Поглубже, да? Это интересно, что здесь за чернина. Здесь интересная чернина в этом лесу попадался. Наконечник вот там. Ой, лапа, конечно, я корни не перерублю. Прошу прощения, сейчас. Так, где она у меня? Там задубела она, да? Да. Так-то нормально. Сейчас длинную лопату возьмем. А, тут... И что это за железка? Железяки интересные попадаются, но... Так это вообще не железка. Не знаю. Звякни прибором, мне кажется, это не она. Не оно. Да пин сейчас на морозе заводится, как нефиг делать. Да, я несколько лет назад гартовскую морковку в минус 18 так заморозил, что она до сих пор у меня лампочка. Ну, плюс 6. Чисто уже бьет. Плюс 6. Плюс 6? Да. Что такое интересное. На, длинную-то. Ну, не прокопаем, не прокопаем. Толстый. А, не, она нам... с другой стороны. Да кормит. Мне хоть откуда подрыться. Так, а ну-ка снимайте. Будем онлайн сегодня снимать. Где она? С другой стороны кормит. Здесь? Да. Где-то здесь. Ну, там корневая система. Не очень хочется ее бить. Не хочется. Такое. Ха! Фольга! Это? Фольга? Ага. Ах ты, зараза, а бьет-то как. Она скомканная. Она. Да. Сели пить чай. По нас прошли-то метров 300. Смокли, как не знаю кто. По нас тут тяжело ходить. Он замерз. Его пробиваешь сапогами. Но что не сделаешь ради того, что дома не сидеть. Ага, пробочки есть. Пробки есть. Дробь тоже есть. Дробь есть. Все есть. Мы ждем и даже железки. Ждем не дождемся весны, когда мы сюда сможем нормально попасть без нас. То мы сюда сразу по снежку залетели. Здесь мы на этой дороге находили кошелек Грозного. Но уже по снегу. Уже да, мы в нее на снег пошли. Соответственно, расследовать. Вот обочины здесь, конечно, тоже надо пробивать.
Но это только весной. Не, сейчас будем лопатой снеговой чистить. Нет, я имею в виду, когда трава лежит. Потом она встанет, здесь вообще не проведешь. Подходит. Да тут что? Куница. Сейчас много следов видели. У нас куница-то здесь есть, нет? Куница есть, конечно. Куница. Зайцы. Лоси. Кабаны, лоси, лисы. Янтовидные собаки. Чего тут только не бегает? Баба-яга, леший. И прочее. Лесная братья. Так, друзья, вот наш пень с чешуей из прошлого видео. Откуда мы достали 21 штуку, да? Да. Покрутились здесь вот. Здесь, конечно, наст очень глубокий, не вытоптать. Но там я какой-то ножик кусок нашел, ну, старый кованый. Вот, вернулись на место чешуи. Решили снять грунток поглубже, да. Сдолбили. И, короче говоря, где-то здесь сигналит. Ой, ну выкопали. Добились до мягкой земли, где-то сейчас, секунду. Неужели не все достали? Во-первых, когда мы ее достали. Что-то сигналит. Ну здесь, скорее всего, она есть. Нет, это же яма, здесь другого ничего не может. Тем более цветной сигнал. Давай покажи. Где она? Вот она. Где? Вот она. Шуя? Она. Она, ребят. Ну, вообще не зря сходили. Кто здесь у нас? Мечник. Ну, они все там полкопейки были. Да. Сейчас, секунду. Ай, блин, где ты? Давай я ее протру. Да. Может быть. Ну, хотя бы одну дали, и то хорошо. Видимо, не все мы тогда достали. Ну, что-то она там еще чернит. Чернит, значит, полезем. Сразу говорю, веник видит глубже, реально глубже. Но он на пляже уже. На пляж, сделал. Да, на пляж поставили. Я на полную чуйку, на пляж. Все, задрали, что только можно. На все пойдет. Я, кстати говоря, не помню, если на терке-то точно, если на венике задрать баланс грунта в край вверх, по идее он дает глубины. Ладно, будем сейчас дальше смотреть. Ну, в общем, не зря сходили. Всех с Новым годом! 2 января. Значит, еще выкопали кусочек. Да, это, ребят, продолжает звенеть. Здесь еще одна. Скорее всего, сейчас эту положим. Ой, блин, как она орет нас. Да и пусть орет. Слушай, ну я думал, что вообще печаль, тоска. Я тут. Из-под снегу. Кто там сейчас вот будет? Она. Кто? Вот она.
Да, значит, не все достали. Ух, кругленькая какая. Тоже мечничек. Ну, они все, вся эта. Там было копеек, по-моему, 3 штуки. Остальные все одна были меч. Была эта. И птички были, птички были. Птичка новгородские одна. Причем. Одна, по-моему, была птичка. Птички новгородские со сложенными крылышками. Вот так вот, великий Иван. А куда я тут делал? А? Куда я тут делал? Вон она лежит, я на сумку кладу их. Ну что, сейчас здесь поколупаемся, дальше уже смысла идти нет. Сейчас темнеет через 2 часа. Нам еще до машины дошлепать надо. Поэтому у нас стоит глубокому снегу. Классно так. Слушай, ну приятно. Значит, не все достали. Траком, когда прозванивал, такие фантомные сигналы. Ну, видимо, она глубоко была. Ну, вон она на мягком, а до мягкого продолжать там... что-то звонить. Ничего. Из отвала. Что-то мой не видит. Ну, где-то есть. Вон где-то валяется. Она ж сама, знаешь, тоненькая. Онлайнчиков вам, ребят. Привет. Я вижу, кто тут. Это какая-то пытается сломаться. Ой-ой-ой, аккуратнее. У меня там, кстати, одна тоже обломилась. Ну, краешек. Скажу. Дай аккуратненько. Ну, давай. Ну, все тот же мечник. Ну, да, да, здесь мечники в основном. Ой, пошли, полкопеечный. Сейчас ковырнем еще. Слышите? Хоть и в наушниках. Сейчас придется под пень углубляться. Что-то получается так, что подопнем, что ли? Тут прям здесь. Снимать не будешь? Снимаю, стою. Вот она, родимая. Оп, толстенькая. Кто тут у нас? Сейчас. Давай, я печатаю. Сейчас, сейчас. Эту соску свою. Это подзатертая. Давай, протру. Давай, это подзатертая. Ну да, ну да. Мечник, мечник. Мечник также, да? На сумочку пока. Раз. Ладно, звоним дальше. Посмотри, что здесь все. Это лопат. Тихо, да? Сейчас из под пня попробую выкопать. Да, здесь бы сейчас снайперочка, не помешает. А вот под пнем дает цветнину подсвечивать. Посмотрим. Тяжело очень, яма узкая. Так, друзья, я думаю, что на сегодня закругляемся. В итоге только 4 чешуйки мы нашли. Здесь надо откапываться вот так сейчас. Присыпаем яму. Вот. Чтобы здесь никто не провалил сейчас до конца. Вот, это самое, надо вот туда по грунту, на дорогу выходить, смотреть. Ну, там сейчас сугробы и лед, то есть там вообще не продолбить. Вот этот вот борт. Мы сюда еще вернемся по весне. Может быть, пень выкорчивать, потому что как будто бы что-то чернит под ним глубоко. Но непонятно. На больших... Может, могло как и выдавить, так и вдавить. Да. На больших чуйках-то она фантомит. Прибор я имею в виду. Ну, в общем-то, для 2 января, в общем, я так думаю, что вполне себе неплохо. 4 чешуины. Ну, да. Сейчас по чуть-чуть будем. Ну да. Сейчас по чуть-чуть будем выдвигаться в сторону машины. Я хочу еще вот эти елки. Да, вот под елками смотреть. Так что вот такой вот Новый год. Ползем к машине, она вон там уже на краю поля. Ноги уже не идут, устаешь, конечно, от этого наста с непривычки. Ну, как цапли, потому что... Ну, да.
Ну и, в общем-то, пэм, сигнальчик. Интересно, что это. Сейчас посмотрим, сейчас я приближу. Темно. Непонятно. Ё-моё. Давай сюда. Давай. А, ну это николаевский формат, по-моему. Да. На. Сейчас помоем. Вот. Четыре чешуи, империя. Не, это не империя. А что, 24-й? Это копейка 24. А, 24-й год. Ну, ну тоже пойдет. Что, охранчики так? Да, я думаю, да, здесь будет неплохой. Неожиданно. Думали, уж вообще уж больше ничего не дадут. Пожамканная, конечно. Да, ну, пойдет. Она тут одна? А хрен знает. Ее надо от этого отмывать. Смотреть. Одна. Одна. Еще бы рассыпуху бы найти, и вообще хорошо. Одна. Так. Ну, одна, значит, одна. А вот еще одна. Пошла. Да тут этих накатов хрен его знает. Много. Слушайте, ну замечательно. По сути-то, это мы сезон открываем 2021 года. Нормально открываем. Вышли из леса. Так вот закончился наш сегодняшний день, 2 января. Сезон открыли, хотя мы его и не закрывали особо-то. Вот. Но, в общем-то, довольны. 4 чешуи и одна монета 24-го года, копеечка. Вот, раскладывать там для фотки, люблю раскладывать сейчас на снегу. Может, из этого что-то получится. Что у меня там в камере дребезжит, не пойму. Где-то прислонили, что ли. Ладно, завтра попробуем на рыбалку сходить. У меня из снастей из зимних только удочки для балансиров. Больше нет ничего. Ну хотя бы так поблесним, скажем так, маленечко. Есть идея одна. Ладно, спасибо, что с нами гуляли. Мы были рады вас видеть в новом году. Вот. Ну всем здоровья, как всегда. И до встречи на канале. Пока.